Хорошо, здесь все навела, да, порядок? Да, друзья. Сколько тебе? Она не раскрывает. Почему? Нужен логопед. Вы на логопед, я у санатория тоже. Они же кричат, у них же как раз вот речь. Мы у нее на днях взяли анализы. Все нормально. Наоборот, хуже делается, а там профилактическая, там реабилитация, там и... Она, да? Диана, он хороший, да? Вот, и учит ее рисовать, вот сидит. Нет, это тоже... Это фототрак. Все нормально, да. Все в форме? Да. Поспелого ко мне. Ага. Она, он говорит... А они где живут сейчас? А они все с мужьями живут. Нет, то, что эти справки собрать. У меня младшей стороны, например, инвалидность. Одиночка тоже. Один, ну, ты а тоже, мне, да, отдельно. А Айгуля Матаевна, да, дают, она как бы. Я позвоню вам, Айгуля. Здравствуйте. Мама пошла искать папу. А как ребенок? А ребенку сколько сейчас? Полтора года. Мама работает где-то? Работает. Где? Ну, он тоже работает, но я его ждала пораньше. Он ведь... Ага, мне 10 декабря выходит. Говорит, иди работай, вот что бы я один был. Была, говорит, типа, садись. Цены они были. Вот, а теперь полтора года. Да, ГПК, да, хорошо остаюсь, он уже на работе. Да, он как самого... Их 8 внуков еще. Не хочется куда деваться. Ну, вообще, и мои козылки чаще. Скажите. Ну, хоть сложно, да. Давай. Ну, Карабасовская. Ну, я не знаю, как он вообще... Не думаю. Нужная карта бизнеса, рассчитанная до 2020 года. Здравствуйте. Так поздно. Так поздно. Проверьте. Заходите. О, господи. Где ваша? Сейчас работа едет, уже звонила. А, едет, да, там. Сделала документы. Сейчас документы получу. Когда сделали? Ему уже сделали документы, теперь свои делают документы на повозку. На этого. На второго. И все, на той неделе уже будем... Ну, что-то вы... Сегодня приболела, не... Нет. Принял к стоматологу, пошла плохо сейчас. Баба! Она не работает у нас. Она в кафе у нас пока работает. Ну, вот сейчас я тут выехала. Вы? 15. Это все трое ваши этот, да? А плохо. Сейчас сделали документы, а теперь будем... У меня удостоверение получила. И вот этот тоже, да? А, да. Мать, у нас... Где они прописаны? Данька, что такое? Позвоните, узнать. В течение 30 дней они должны были рассказать. Ну, они должны были вам промежуточно. Моя мама у меня. Участковый! Дверь откройте. Здравствуйте. Да, все. Я работаю в пекарне здесь. А вы? А? Ну, не работаю. А? Мне попросили 2 недели поработать. Детский человек получается? Нет. Ужас. Прописано здесь? Да? Прописано в отделе, да? Да. А вы здесь? Да, не участковый! Здравствуйте, инспектор полиции. Здравствуйте. Подъем на следующий литер. Проверьте, помните. Ребенок как? А кто мама ребенка? Диана. Не консилиум. Правильно? Да. Не консилиум. На автомойке кто там не работает? На автомойке? Да. Ну что, еще на камеру, да, жена? Ну, это надо было. Работает, но детка. Муж работает? Да, тоже там, он со смены работает. Больно, вы же мухаете, ребята. Сером там живет бабушка, ей 83 года, и как есть все в Майкудуке на ребенка, да.
он пособие получается на ребенка? Да. Когда как это как? Ну потому что я... Как? Да.